подходим к ЛЭП потихонечку. Проходим линию электропередач. Ветерок подул. Так, время уже 17:14. Вот сколько комариков. Сейчас я вам покажу еще горы. Горы. А, нос кусают. Нос кусают уже. Ребятки вырвались вперед. Сейчас поищу Игорь Джана. Когда еще ветер дует, еще нормально сдувает комаров. Как только нету ветра, туча комариков меня атакует. Сейчас хоть солнце это перестало жарить, и уже и такой ветерок прохладный, полегче стало идти. В принципе, даже лески уже немного осталось. Сейчас я вам железку покажу. Где по суше стану, там даже поезд какой-то стоит, рабочий что ли. Вот видать поезд.
Кто смотрел наш поход, вот этот магнитофон так и тут валяется. Романтик 306. Пришли мы в домики. Сейчас костерчик разожгем, чайку попьем. Московское время примерно 22:07. Сейчас должен прибыть пассажирский московский поезд. И мы поедем до Инты. Ворнер, ты поедешь до Инты. Наконец-то ты поедешь в Инту. В свой родной город. Почти что родной. Грибобас, я знаю, что он твой родной город. Мой родной город. А у Ворнера Даусинск, родной город. Вот сейчас что мне тебе сделать, чтобы ты вырезал это? А у Игоря Джана, у тебя какой родной город? Инта? Да. Ты хочешь, чтобы был Инта твой родной город, да? А не Усинск. Ты стер эту информацию секретную. Секретную. Что ты не бывший нефтяник, да? Да. Ну они такие красного цвета, а внутри были такие коричнево-черные такие. Галька какая-то была? Белая с черным? А что потом происходило? Не, ну просто сейчас-то что-то не видно, просто увидел один камешек такой. О, поезд на камень. Опа, наш поезд, наверное. Наш поезд. Не поймала резкость. Не поймал, да? Ага. Все, поехали. Сели мы. Приехали в Инту, да? Приехали в Инту, на родимую. Многодетственных вырос вам вырос усилием. Не подвергайте опасности своих руки, чтобы спать хочешь? Сильно. Сильно даже? Я позже засыпал. Ух ты, как сухо сейчас. Ну, не сильно, но уже терпимо, но все равно. Махачу. Да все, до поворота, потом пешком, вон на автобус наш. Ага, я знаю. Ты хочешь поехать? Ну, надо садиться, пока мало людей туда. Ага. Нам лучше впереди сесть там, потому что... Угу. Так, поворот южный. Грибобас, еще немного и скоро постелька. И будем дома. Игорь Джан, сначала в этот, наверное. Сначала в эту ванну, да? Горячую ванну. Да? Нет, не скажу. А, ну понятно. Игорь Джан, а у тебя есть любимый город? Вот у Грибобаса я знаю Ташкент. Да. Не знаю, нет. Ну, ты, наверное, по городам не путешествовал, да? Путешествовал. Жил в разных городах. Жил даже в разных городах? Ну, я знаю, в Москве жил, да, нет, или в Подмосковье? В Калининграде жил. В Калининграде? В Калининграде? Нет любимых городов. Нет, да? У меня тоже, кстати, да. Мне тоже нет. Мне нравится это, да, чтобы любимый город был, надо это, как бы, знаешь, пожить там, не знаю, лет 5 хотя бы, да? Да. Чтобы его полюбить, не знаю. Так нет, город-то не за что любить. Это просто территория. Город это просто территория. Угу. Населенная. Густо населенная.
А ты грибобаз Ташкент за лаваши полюбил? И за этот чимен, да? Да нет, почему? Там уже красивенько. На улице чистенько, ни по чему не валяется. Там все там сидят там. Вот там хоть живут узбеки, а народ очень культурный. Все красиво там такая, все там нормально все делается, красивенько. Вот город большой, чистый, там, ну там зима почти не бывает. Там почти лето, каждый день лето, короче. Вот. Сейчас там, там красиво и хорошо там отлично. Смотри, зимой тепло. Зимой тепло там. Понятно. А этот вот центр-то от Москвы Данилова или как-то, подождите, где вот монастыри там, как это называется-то? От Москвы ехать туда. Золотое кольцо? Нет, там не золотое, там какая-то станция такая есть. И там как бы центр православия считается. А, надо что-то. Мне мать знала это самое, со небес. Она говорит, что забыл тоже я. Может, Ростов великий? Нет, это рядом с Москвой. Да. Как же он тогда говорил, что забыл тоже я уже. Ну то, что там много, во-первых, этих всяких церквей. Да, 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 там церквей очень много. Монастырей много в одном месте все это. Нет, не слышал. Какое имя? Да слышал, просто я забыл название. Я тоже забыл название тоже, да, да. Так, Ворнерт уехал на такси со станции домой. А мы сейчас будем прощаться с Игорем Джаном. Прямо идешь, да? Прямо же ты пойдешь, да? Прямо. Прямо. Другого пути не было. Другого пути не было. Тебе тоже спасибо. Тебе спасибо. Теперь я иду с грибобасом Джаном. Понял, спасибо. Время без 15 час ночи. Чайки снуют прямо на площади. Ага. Стой, стой, грибобас, я сейчас, подожди, подожди, не пугай, а то сейчас она взлетит. Сейчас я покажу чайку зрителям. Ага. Не ловит. А, она белая, ее не видать так. Ага, вот видно. Как светло уже, да, грибобас? Ну. У тебя эхо аж прям отдается на площади. Да. Еще немного. Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно тихо, 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 не видел тихо, 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 тихо. Пошли сюда, сюда, сюда. Давай. Так, дорогие зрители, спасибо, что были с нами до конца этого похода. Ходите обязательно в такие походы, где много комаров, им требуется свежая кровь. Все правильно, так оно и есть. А нам требуется отдых. Да. Да. Экстремальный отдых почти. Все правильно, все правильно. Спасибо за внимание. Счастливенько. Грибобас, ну еще вопрос напоследок. Сколько ты не считал, комаров ты накормил? Много. 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 Мне, да? Кусали, короче, в шею. Вот как это, макушку и в шею. И подбородок куда, ну так повыше куда, губу тут кусали. Я думаю, они довольны. Они довольны остались. Вот, все было хорошо. Mm-hmm.